Добрый день, скажут всем, Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Шенечка, да? Передай мне, пожалуйста, вот этот кубик, а? А, хорошо. Ой, Зубок, передача-то уже началась. Шун, ты кубик дашь или нет? Сначала давай с ребятами поздороваемся. Добрый... Ну ты кубик дай, а потом будешь здороваться. А ты? Ты что, не собираешься здороваться? Вот построю башню, тогда поздороваюсь. А я не отдам тебе кубик. Вот, надо быть вежливым. А игрушки отнимать вежливо? Я не отнимаю, я воспитываю. Тоже мне воспитатель. А ну отдай. Не отдам, не отдам, да, не отдам. Да знаешь, что тогда сделаю? Ну и что, ну и что, ну и что? Да я твою башню сломаю, вот что. Ой, что такое, Зубок, Шунечка, что происходит? И прекратите немедленно. Подождите, тетушка Матильда. Что? Это ты мне? Ой. 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 Ой, мне плохо. Тетушка Матильда. Тетушка Матильда! Ой, мне плохо. Ой, вот видишь, Зубок, что ты наделал? Я? А ты? Так, Зубок, нам срочно нужна скорая медицинская помощь. А, сейчас. Так, алло, скорая медицинская помощь? Скорая музыкальная помощь слушает. Музыкальная? Обычной нет. Скорая музыкальная да помощь слушает. Да любую помощь вызывай, любую! Здравствуйте, друзья мои. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А что это у вас случилось? Ой, господин музыкант, помогите нам. Да, помогите. Тетушке Матильде плохо. Кажется, она заболела. А что с ней? Сидит и так... Да. Говорит, и все, больше ничего. Да. Угу. Ну ладно, тогда надо будет выяснить причину ее болезни. Да какая разница? Лечить надо скорее больную. Нет, друзья мои, надо лечить не болезнь, а ее причину. Ну-ка, посмотрите, пожалуйста, сюда. Ой, Зубок, смотри, это же мы. Да, действительно. Ай, ой, что же это такое? А что это было, а? Все понятно. У вашей Матильды Леонардовны ужасная болезнь. И все, кто ею болен, теряют сон. Ой. Аппетит. Ой. И радость жизни. Да? Ой-ой. А что это за болезнь такая? Да. Она называется нарушением гармонии. Чего? Гармония означает, мои дорогие, согласие. И если это согласие нарушено, ну вы, по-моему, сами прекрасно поняли, что из этого получается. Ой, да, это было так страшно. Угу. А вернуть это согласие или как ее... гармонию можно? Ну, конечно, сломать легче, чем построить. Но я думаю, мы должны сделать все, чтобы восстановить гармонию. Ой, а помогите нам, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. А? Я попробую. Так, да. Ну, для начала вы должны помириться, друзья мои. Да он сломал мою башню. Аня! Ой. Пожалейте, пожалуйста, друзья мои, уши. Когда нет гармонии, я просто страдаю. Ой, простите, я попробую. Знаешь, Зубок, я, наверное, была не права. Прости меня. Да что ты, Шунь? Это я первый начал. Вот слышите? А? Она, кажется, начала появляться. Ух ты. Я даже не знаю, как это вышло, Зубочек. Ведь мы так хорошо играли. Да я, Шунь, вообще люблю играть с тобой. Вот и тетушку Матильду мы расстроили. Да, как она там бедная. Наверное, думает о том, какие мы плохие. Да что ты, Зубок, она не может так думать. Она же нас любит. Замечательно. А вот посмотрите теперь, друзья мои, что у нас получилось. Ой! Ой! Какая красивая мелодия. Очень красивая. А откуда она? А эта мелодия появилась из вашего согласия. Запомните ее. И если когда-нибудь между вами будет согласие нарушено, вспомните, как прекрасна эта музыка.
договорились с вами. Договорились. До свидания, господин музыкант. До свидания. До свидания, мои хорошие. До свидания, ребята. Ой, хорошая вы наша, Матильда Леонардовна. Дорогая вы наша, тетушка Матильда. Ой, как хорошо. Как спокойно. Как вы себя чувствуете, Матильда Леонардовна? Ой, спасибо. Кажется, лучше. А что с вами-то было? Да ничего особенного. Нет. Просто мы нашли согласие. Да, гармонию. Ну вот теперь-то вы поняли, как важно быть вежливыми, внимательными друг к другу. Вот только тогда мы сможем жить в мире и согласии. А это значит в радости. Да, тетушка Матильда. Поняли, конечно, поняли. Ну вот и молодцы. Порадовали меня старую сову. Ну, а теперь мне кажется, что нам пора с ребятами прощаться. Ой, и правда пора. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Живите в гармонии, друзья мои. Всего вам самого доброго. В дружбе, как в музыке, без внимания нет и понимания –